воин сражается не только чтобы выжить, но чтобы стать лучше. Страсть, тренировки, настойчивость — это и есть путь. Надо немного пересмотреть тактику, и в следующий раз будет лучше. Где Фрейя? Сейчас ее тут нет. Как вы знаете, у нее очень много хлопот. Не просто установить новое правительство для всех миров. Нужно найти толковых лидеров, провести переговоры о разделе власти. Уверена, она предпочла бы быть здесь. Но вам придется довольствоваться нами тремя. Я знаю, мы в хороших руках.
Брат, взгляни, туман рассеялся. Может, Вальгалла начинает тебе открываться? Там вдали видно столько всего. Посмотри, как миры соединяются с высшим планом бытия. И статуи выглядят так величественно. Я их знаю. Это судьи подземного мира с моей родины. А, что ж, ты явно рад их снова видеть. Души, которые сочтут праведными, могут войти в Элизиум. Они честивы отправляются в Тартар. А, да. Где души проклятых подвергали истязаниям. Знать бы, зачем твой разум воплотил их здесь.
память о Мидгарде? Хм, я понял, у этих миров нет строго заданной последовательности. Брат, чей голос мы слышали, когда Вальгалла отправила нас обратно? Ты тоже слышал? Да. Он сказал, за ним должок? Может, он хочет оказать нам помощь? Едва ли. Он был одним из богов Греции, и расстались мы в ссоре. Ты имеешь в виду... А, ясно. В здешних краях полно злых старых духов. Ведь здешние края — это твоя память. Тот трон, что мы видели, он тебе знаком? Ты его видел? Он был моим. Я отбил его у Ареса. Это трон чудовищ. О, а вот и жажда власти проявилась. Этот символ тебе точно стоит обдумать. Я его отвергаю. Не думаю, что вопрос решается таким образом. Символ нельзя уничтожить или сбросить со счетов. Лучше всего вернуть его себе, дать новый смысл. Вспомнить, что дело не в троне, а в боге, который на нем сидит.
боя подряд. Вальгалла требует от нас все больше. Замерз! Что делать-то? Нас ждут еще испытания. Так мы пробьемся дальше. Должен быть свободен. Идем?
Поздравляю, старый друг. Ты достиг больших успехов в Вальгалле. Где Мимир? Это все, что ты можешь мне сказать? Спустя столько времени даже не поздороваешься с одной из своих самых блистательных жертв? Привет, Гелиос. Где Мимир? Откуда мне знать? Давай пойдем его поищем. Итак, что у тебя нового, Кратос? Сколько еще пантеонов ты поубивал? Сколько народов загубил разрушительными последствиями своих действий? Сколько еще союзников предал мечу? Ну давай, поведай мне свою очередную сагу о кровавом возмездии. Я больше не тот. Только не говори, что ты размяк. Не верю. Кто был спартанцем, тот им и останется. Нет, меня не провести, Кратос. Ты знаешь поговорку? От бога солнца не скроешься в тени. А если такой поговорки нет, то должна быть. Да-да, выбери что-нибудь и пойдем. Это убранство выглядит уже чуть более знакомо, да? Громадная цепь! Благоприятный знак. Тебе всегда так везло с цепями. Я чувствую, все сложится для тебя как нельзя лучше. Thank you.
О, вот он. Дом, милый дом. Это место, наверное, будет в тебе воспоминание. Ведь это тот жертвенный зал, где ты позволил воину Афин сгореть до дна, просто чтобы ты смог пройти дальше. О, грехи юношеские годы. Скучаешь по тем временам? Кратос, что ты делаешь? Ты хочешь пожертвовать мной? Опять? Смотришь мне в глаза, толкая меня навстречу гибели. Да чего трогательно! Сразу становится ясно, как много я для тебя значу. Особенно памятуя о том, сколько ты колебался, прежде чем принять это решение. Будешь рассказывать всем, с какой неохотой ты скормил меня пламени. Без меня ты далеко не продвинешься. Жаль тебя разочаровывать, болван. Но я вообще-то бог солнца, или ты забыл? Думаешь, я испугаюсь огня? Да мне такое только в радость, Кратос. Может, я впитаю его силу и перевоплощусь в свою финальную форму? Может, взорвусь и заберу тебя с собой? Там будет видно. Там будет видно. We'll be right back.
Я мог бы дать тебе подсказку, но мне кажется, ты не оценишь мою помощь. Еще раз толкнуть, давай! Ладно, Кратос, серьезно, выпусти меня! Посмеялись и хватит! Не могу поверить, что ты готов меня изжарить, только лишь основываясь на догадке, будто этого от тебя хочет Вальгалла. Ты не думал, что твое чутье — это просто случайные мысли, не имеющие никакого отношения к правде? Может, подумаешь над этим? Побыстрее! Ты правда хочешь сжечь меня и посмотреть, что будет? Клянусь, ты не изменился, Нина! Братец! Как я здесь очутился? Мимир. Мимир. Что это? Нет. Нет! Вытащи меня! Брат! Что это? Помоги! Вольфаюсь! Не волнуйся! Мы просто вернемся к воротам! Это вряд ли! По-моему, в Вальгалле что-то сломалось! О! Все, брат, это конец! Зря ты вмешалась. На мне заживет, а на вас с Кратосом нет. Но вы целы. Сигрун, прости. Я такой дурак, я... Потом, милый. Да я дышусь. А я навеки в долгу у вас. Госпожа! О, хватит. Бывало и хуже. Я в этом не уверена. Тихо. Все вылечит. На это потребуется время. Кратос, вперед! Возвращайтесь и делайте, что должно.
Ну, это была, если честно, та еще жуть. Вот я в лесу, и вдруг раз, и я уже в полыхающей клетке. Ты обернулся Гелиосом, а потом снова собой. Это было неожиданно. Да уж. Мы зашли слишком далеко? Или уж если идти, то до конца? Мы не будем сдаваться. Я с ним сражусь. Я знаю, брат. Ага, еще одно место, где можно сторговаться с Вальгалой. Раз Вальгала предлагает помощь, надо принять. Этого тебе хватит надолго. Становиться лучше всегда непросто.
откажется от шанса сделать мир чуть уютнее. Это воспоминание из твоего прошлого? Опасное воспоминание.